В Люберцах работает компания, производящая инструмент для устройства буронабивных свай. Его используют в строительстве объектов в России и за рубежом. Предприятие расположено на территории промзоны в поселке Томилино. Единственное предприятие в России, которое производит буровой инструмент в соответствии с регламентами и чертежами известного немецкого бренда. Дочерняя организация иностранной компании начала свою деятельность в Люберцах в 2006 году. Здесь производят около 600 наименований продукции. Это шнеки, керны, ковши, вот, и разного диаметра. Производственный весь цикл здесь происходит от начала до конца. Комплектующие поставляются из Германии. Порядка 60% материалоемкости любого инструмента – это комплектующие Германии. Наш заказчик – строительная компания. В общем, те, которые изготавливают фундаменты мостов, гражданских зданий и сооружений. 50% выпускаемой продукции уходит на экспорт. Среди известных российских объектов, на которых использовался буровой инструмент, произведенный этой компанией, центр санного спорта в Сочи, русский мост и офисы «Газпромнефти». Мы такие предприятия стремимся и поддерживать, и на сегодняшний день по целому ряду вопросов у нас есть понимание, что дальше предприятию необходимо, и, естественно, будем помогать. Любое предприятие, которое работает, и есть рабочие места, и заработная плата – достаточно приличная, но это уже успех. Предприятие производит 300 единиц бурового инструмента в год. Эту работу выполняют 28 сотрудников. Во время первой волны коронавируса компания останавливала свою деятельность на одну неделю. Сейчас весь штат на рабочих местах. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.